Олег Валентинович, пожалуйста, нажмите, чтобы мы могли увидеть все системы. Никаких бумажных проблем. Один клик на компьютере, и поезд отправлен. Преимущество перевозки – это электронный документооборот. То есть единый электронный документооборот от момента Вьетнама, Владивосток до Москвы. И именно сегодня в рамках данного мероприятия Олег Валентинович Белозеров и Аркадий Николаевич Коростылев, группа «Феска» и ОРЖД, запустили первый поезд направлением на Москву. Раньше гора бумаг, теперь одна автоматизированная система. И еще, вместо привычных 25 дней, перевозка сейчас занимает всего 10. Благодаря совместным усилиям РЖД и группы компании «Феска» в рамках проекта «Смарт-контракт» мы минимизировали временные затраты на оформление груза здесь, в порту Владивосток. И, кроме того, мы перевели весь документооборот в электронный формат, что, соответственно, также упростило и ускорило процесс оформления грузовых документов. Еще одно большое преимущество смарт-контрактов – они полностью прозрачны. База данных позволяет не только отследить груз, но и узнать, что с ним делали. В перевозках очень важна не только скорость, но и надежность.